Какие нахальные каркуши. Люди специально выбросили все в урну, аккуратно. Каркуши достали из урны, распотрошили, забросали по всему этому газону. Какие нахальные каркуши. Еще и гоняют друг друга. Каркуши, вы очень наглые. Вы знаете об этом? Все эти краски одновременно. Желтый листву, этот купол. А фотоаппарат видоискатель, судя по всему, видит их только по отдельности. Видится, что шпиль Адмиралтейства блестит. Листва желтое, небо такое синее с облачками сейчас. Не надо вот на все это наводить. Либо это желтая листва, она оказывается слишком темной. Не видно, что листва яркая такая, желтая, как сейчас. Либо небо слишком белое, либо купол Васильевского собора достаточно ярко блестит. Вроде него немного, уровень него немножко опустился, по сравнению с прошлым разом. Кто-то тут эти спуски подтапливал уже. Ладно. Решил запилить видосик из Александровского сада. Давно не снимал видосики осенью, снова весной, зимой, летом.
Осенью в парке что-то как-то давно не снимал. В Александровском. Осенью именно в таком время сумерек. Так. Сквозь листву проглядывает около Исакиевского. Там. Не фокусируется нифига. Там манеж тоже нифига не видно. Ну и ладно.